Окей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли. Здесь это Detroit Become Human. Насколько далеко ты готов зайти, чтобы стать человеком? Мы готовы зайти очень далеко и даже потерять всех, но не хотим этого делать. Сегодня мы играем за Конора, который должен, по идее, найти нашу Кэру, которая прячется сейчас в доме вместе с Алисой и неудавшимся папанькой Рафаэлем, по-моему, так его зовут. Вот оно, противостояние андроидов начинается. Что возьмет? Холодный рассудок, программа или все-таки пробуждение личности? Пора заходить, дружок, а может быть мы обойдем... Но здесь, мне кажется, нечего ловить. Ладно, давай, заходим. Открываем. И вперед в путь дорогу. Опа! Рафаэльчик! Че, так и будете молчать? Приободрить, надавить? Давай приободрим его, попробуем. Не бойся. Да, не бойся. Я тебя не трону. Ага, конечно. Тебя тронут люди. Райф хотел как лучше! А получилось хотел как всегда! Где она? Черным ходом убежала! Конор, что происходит? Она где-то здесь, сообщите! Куда она делась? Туда, они побежали к станции. А вы что, не захватили-то ее? Ну дают! Куда пойти? Надо бежать! Надо бежать! Бежим! Препятствия будем преодолевать? Ты беги давай, не останавливайся! А я вот, может быть, не хочу ее ловить, вы понимаете, да? Я вот не хочу ее догонять. А че вы стоите-то? Вообще крутые парни. Так, стоять, Кэра! Посмотри ему в глаза. Их взгляды встретились. Не стрелять, нужна живой! Нужна живой, правильно? Ёшкин дрын. Опасно! Очень высокоскоростная дорога. Нельзя пересекать пешеходом, написано там. Так, сейчас quick time event будет. Ёшкин кот, я не умею нажимать на кнопки. Святой геймпад, помоги мне. Так, пересечь. Я пытаюсь, ребята. Я пытаюсь как могу пересекать. Беги, пожалуйста. Беги! Ёшкин кот, это не тот значок. Надо было стиком управлять. Куда собрался? Нельзя их упустить. Расслабься, их сейчас в лепёшку раздавят. Не раздавят, пока я с геймпадом не раздавят. Погибнешь, не смей за ними гнаться, это приказ. Идти сдаться. Блин, я не успел нажать. Я просто не увидел эту диаграмму. Не, пока рано. Да ёшь твою налево, я ж нажал! Нажал! Оу, я нажал! Я успел! Не та кнопка! Чёрт! Наверх! Я успел! Да успел я нафиг! Прыгай, идите колотить! Прохапывай луком! Вроде убежали! Андроидам очень не повезло, что я за рулем сижу, понимаете? Очень не повезло. Вот девка-то, наверное, пересралась, конечно. Чуть машина не сбила их несколько раз. Хорошо, что у нашей андроидихи у нее ни страха, ничего нет. Эти стоят, смотрят. Покажи ему так. Я слежу за тобой. Я думаю, что мы правильно сделали, что Конор не побежал сейчас. В бегах завершено. Вау! Мы все-таки перебрались на ту сторону, а могли не перебраться. Алиса перебралась на другую сторону. Беги, Кэра, беги. Конор подчиняется приказу или не подчиняется? Два варианта развития событий. Ну и, соответственно, концовки тоже разные могут быть. Он на самом деле мог их вообще поймать, типа, где-нибудь там на дороге, да? Бежать к тому месту, где их видели последний раз. А вот, смотри, целая вообще еще ветка. А это что такое за ветка? Вообще пустая, не открытая даже. Что это такое? Я не понял.
То есть разные варианты. Смотри, утро в пустом доме. А, видимо, в зависимости от того, где мы с вами бы остались ночевать. В зависимости от этого бы и развитие было. Полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Да. Конечно, полиция уже давно применяет андроида для вспомогательной работы. Зачем мне сейчас геймпад вибрирует? Скажите, а? Что происходит? Что мы в метро едем? Мы обратились в Киберлайф за комментарий. Да успокойся ты, хватит! Отдача от рельс. Надо было отключить вибрацию вообще. Ну давай, выходи, что ли. Он похож на пророка такого, да? Ферндейл, как раз в видениях было, помните, Ферндейл. Ерихон, Ерихончик. Это Ерихон, Ерихорн. Да смотреть, вот я смотрю, смотрю. И дальше что? Я смотрел. Искать граффити. Так вот оно, прямо передо мной. Следующий. А что такое следующее граффити? А, мне просто нужно найти это граффити, где оно здесь есть. И что сказал? Хорошо. Так, смотрите, еще какие-то штуки. Я думаю, надо их подбирать, смотреть немножечко. Глянем просто. Андроид в бегах. Беглая машина спровоцировала, что там беглая машина спровоцировала, андроид в бегах. Угу. Да, конечно, до созвона. На Ио полетят андроиды. Вообще сплошные андроиды везде. Вы что-нибудь сами-то можете, нет? Ладно, ясно. Ничего они не могут. Давайте посмотрим. Вот, смотрите. Похоже, не похоже на граффити на это? Привет, бомжара. Чтобы расшифровать граффити, удерживайте R2. Ну-ка. Найденные символы. Вот символ. Нажмите, чтобы изучить символ. Информация обновлена. Найти это граффити. Ага. Ладно, без проблем. Со львом. Сейчас найдем. Что ты у меня, андроидик? Ну, это нормальные все андроиды. Их толкать не надо на рельсы. Откуда у меня вообще такая идея, да, возникла? Они просто так стоят, прям вообще вот просятся слететь вниз. Ух ты! А, только для андроидов написано было. Точно, точно. Нам же смешаться с толпой нужно. Нам надо здесь ехать, как будто я человек. А неужели у них никаких нет сканеров или детекторов, которые бы отличали андроидов от людей? Блин, он первый раз в жизни как человек повел себя. Такс. Ой, извините, пардон. Ничего, ничего. Я делаю вид, что я ничего не понимаю. Вот, лев. Вижу льва. Удерживайте. Где-то здесь, подожди, знак был. Вот. Вот он, значочек мой. Родной. Найдите символы. Два символа должно быть здесь. Вот еще один. Боксер и лев. Следующее граффити это... какая-то разрисованная стена. О, наконец-то я могу бегать здесь. Похож, смотрите. Тихо. Там какая-то полицейская машина. Нам нужна красная разрисованная стена, и возле нее еще была колючая проволока. Так, найти граффити. Мы вышли с вами за пределы. Слишком далеко. Побежали в другую сторону. Что еще здесь происходит? Вот. Нашел. Вот она. Здесь у нас сколько символов? Вот один точно вижу. Два написано. Так, один. А второй где у нас?
А второй вот здесь. Промахнулся. Готово. Следующее это роботы и сетка должна быть. Ну что ж, в принципе, очень даже увлекательные поиски. Что, бомжик? Денег-то у меня нету. Подкинуть ничего не могу. Вот здесь вот где-то должны быть, да. Так, поехали. Здесь у нас три символа. Один. Второй вижу вот в животе у робота. Два. Третий рядом, по-моему, находится. Вот он. Это же он. Слушай, там точно символ есть. Только там доска стоит, видишь? Почему он не может его? Присесть нужно. Вот что надо. Пролезть туда. Давай, 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 пока никто не видит. По-быстрому, по-быстрому. Главное, не порежься, чтобы кровь не оставить. А то мистер детектив тебя найдет. Убирай доску нафиг отсюда. Стоит тут поддон, все закрывает нам. Сканировать не можем. Поехали. Отсканирована. Информация обновлена. Дальше. Может быть, где-то здесь надо бежать? Да, скорее всего. Вижу. Можно издалека, я думаю, это сделать. Или не можем, нет. Слишком далеко. Что если вокруг тоже что-то есть полезное? Ерихорн. Это, я так понял, их какой-то символ основной. Так, один символ мы нашли. Второй. Должен быть где? Вот это не он? Нет, это не он. Где второй? Я и второго, и третьего не вижу. Может быть, мы где? Доберитесь до крыши. Может быть, нам на крышу надо залезть. И там они видны, эти символы. Потому что здесь-то на стене их нет. Так ведь? Да, мне кажется, так. Так, хватай. Тянем, потянем. Это он сам заворачивает, я тут ни при чем. Давай, залезай. Опа-на. Так-с. Да, вот дальше едем. Второй символ и третий у нас... Это мы его сканировали, по-моему, уже. Ах, вот он, светлый. Я так и знал, что свет, одна из светлых будет. Специально запрятана так, чтобы ничего не понятно было. Ну, здесь тебе точно придется прыгать сейчас. Да главное, разбег побольше возьми. Ты ж супергерой. Сейчас будет какое-то движение надо будет сделать, наверное, геймпадом. Так, просчитать. Это вот, давай, просчитаем. Ты просто сам возьмешь и прыгнешь. Используй правый джойстик, чтобы выбрать маршрут. Какие варианты у нас есть? По стеночке. R2 это использовать для предпросмотра. Будет слишком неустойчив. Понятно. Понятно. Давай попробуем что-нибудь другое. А какие варианты-то есть? Не понял. Я не понял. Он не, больше вообще ничего здесь не ловит. Может быть, надо от стеночки? Вот, от стеночки нужно. Так, отлично. Это R2, если здесь. Вот. Вот это уже получше будет. Тоже не вариант. Ладно. Как хорошо, что есть вот такая андроидная фигня, что можно просчитывать. Я так и думал, что сюда надо зацепиться и прыгнуть. Вот видишь, как отлично. Запустить. Поехали. Воу-воу-воу-воу! Ю! Принц Перси отдыхает. Это принц Маркус у нас слышал. На поле битвы. Так, а где у нас... Что у нас там за граффити было? Это у нас Даркл какой-то там. Даркл, вон вижу Даркл. Куда забрались, Ерихорн? Какой-то непонятный забрался. Смотри-ка, кто там лежит. Мертвый андроид.
Можем залезть сюда? Или отсюда надо посмотреть? Три значка здесь должно быть. Раз значок. Два вижу. Два значок. И третий. Вот он, серенький, припрятался. Готово. Все, последнее граффити — это какой-то столб непонятный. Наверх, наверное, надо залезть. Просчитать. Поехали. Мне понравилось просчитывать. Так, попробуем, значит, сюда запрыгнуть сначала. Вот так, вот так. Вообще, не останавливаясь. Опа. Ладно. Достаточно ненадежно. Ну, давай, может быть... Сюда попробуем. Тоже, наверное, ненадежно будет. Ну ладно, неплохо. Дальше, дальше ты бежишь вот сюда. Все правильно. Вот так, отлично, молодец. Какой ты молодец. Прыгаем отсюда и... Будет слишком высоко. Ладно, я понял. Тогда надо... Другой вариант какой-то. На, вот сюда. Хоп. И вычисление сюда. И теперь он автоматически сам выполняет эту программу. А мы лишь просто наблюдаем и смотрим. С андроидами тут все должно быть очень четко. То есть он даже вообще не подразумевает, что он может соскользнуть или что-то с ним может случиться. Андроид, он всегда прав. Следующее граффити. Это где-то здесь. Это не то, да? Постой. А вот же начало самое. Это же здесь, разве нет? Вот, это самое граффити. Но только мы никак его просканировать-то не можем. Оно у нас просто. Ладно, сбегаем, посмотрим. Может быть, что-то еще один андроид. И смотри-ка. Мертвые. Они не дошли, что ли, до Ирихорна. Искали, искали, но не нашли. Ничегошеньки. А, вот, вот, все, я понял. Это же Сенуа. Секрифайс. Смотри. Вот так вот. Видите, он совмещается. Символ. Да. Такую штуку мы уже видели. Дальше следующий. Тоже, видимо, на совмещение идет. Кай. Что ждет тебя там, Маркус? Я не знаю. Такс, там был пролом. Мы вышли? Или там не надо было граффити искать? Джерико. Ну, Ерихорн в русском переводе. Джерико. Добраться до корабля. Ай! Я так и знал, что сейчас эта фигня рухнет. Да, плохо дело. Ну, давай искать другой путь. Все не могло быть так просто. Нельзя так просто взять и добраться до корабля. Запрыгивай давай. Какой сильный, ты смотри. А ведь особо эти андроиды, они там в спортзал не ходят. Их вот как сделали, так сделали, и все.
Конечно, но управление здесь, оно куда сложнее, чем в той же Until Dawn. Я боюсь, сейчас что-нибудь рухнет здесь. Ой, рухнет. Нам придется хвататься за какие-нибудь штучки-дрючки. Черт. Ну прыгай, ё-моё. Прыжок веры. Там же водичка, да? Все, попал в другой мир сразу же. Давай, поднимайся, родной. Ну, давайте узнаем, что там за этой дверью. Мы так долго сюда шли. Поворачивай. Мне кажется, здесь какое-то должно быть... База сопротивления должна быть. Бери с собой фонарь. Специально для меня. Потрясли. Потрясли немножко. Давай посмотрим, что здесь. Может быть, что-то интересное мы найдем. Вот шаги мои, или там кто-то еще ходит? Так, ну, чуваки, я иду, вы меня встречайте давайте. Хлеб, соль, пироги, компот. Что-нибудь подготовьте. Закрыто. Ладно, ломиться не буду. Сюда дойдем? Нет, не пройдем. Да здесь явно кто-то живет. Я хожу, брожу в надежде надыскать какие-то подсказки или что-нибудь такое полезненькое. Давай эту попробуем. Тоже закрыто, видно. Какой-то блокиратор стоит. Давай здесь проверим. Не сработало. Ой, там камера. Может, дальше сходим еще? Что, это маленькая каюта? Что-то ничего здесь полезного-то я не вижу. Ну ладно. Мы просто зашли посмотреть. Так, здесь завалено. Ну-ка, здесь что такое? Щиток какой-то пожарный. Сигнализация, кстати. Не пугай меня так! Это же не хоррор! Че бегаешь? Я свой, никого не обижу, если ты не полицейский, конечно. Нагнуться, нагнуться. Опа! Чуть не придавило. Ладно, пошли дальше. Да что ж вы позакрывались-то все? Не мудрено, что люди до сюда не добираются. Ну, ребят, давайте уже выходите. Не спрятался, я не виноват. Отделение. Жуть какая. Ну-ка, здесь что? Здесь какой-то спуск был? Нет, это просто мостик. Ладно, идем по мостику, никуда не сворачиваем. Ай, беги, 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 беги. Ой, Маркус! Но это не по нашей вине, так должно было быть заскриптовано. Я тут ни при чем. Пришел, все сломал. О, привет. Привет, ребята. Девиантики мои. О! Привет, Даниэль! Здесь. Даниэлька! Привет, Даниэлька! Слушай, а я его убил. Вначале-то, помните? Я его застрелил. А когда наш дорогой
Коннор встретится с ним. Интересно, что произойдет. Смотри, 89%. Идти по знакам или мы могли пойти по другим каким-то? Покинуть станцию. Может быть, мы могли пойти по эскалатору, и тогда бы нас схватили. Ну ладно, неважно. Поехали дальше. Я очень боюсь, что этот Дэниел... Я так понял, что всех убитых они туда просто как-то реанимируют, восстанавливают, потом они здесь в Великорне живут. Коннору придется потом доверие опять завоевывать, я думаю. Помириться с лейтенантом Андерсоном. А что, мы с ним ссорились, что ли? Вообще не ссорились. У меня для тебя железная наводка. Пятый номер третий. Быстрее молнии. Зуб даю, все пыли оставить. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. На ставках не надо играть. Не ошибешься. Ну-ну-ну. Просканировать. Давай-ка его просканируем, его рожу подозрительную. Педро Абдар. Сведения о судимости. Незаконный горный бизнес. Мошенничество. Ха. Ладно, давай. А что-нибудь с пальчиками? Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Потерял только что свои деньги. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Извиниться, напарники, помириться. Давай извинимся. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты. Это ты сейчас включил программу «Легкий подхлемаш». Тяжелый. Вижу, у вас там в Киберлайф все продумали. Пожалуйста. Стоя. Погоди, сейчас мы тебя просканируем. Гэри Кейс, сопротивление арест, нарушение гигиенических требований. Понятно, он, значит, пирожки с котятами продает. Гамбургер. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Вот и сейчас видал. Пошел. Азартные игры, холестерин, сомнительная компания. Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Да. Вы сделали ставку? Да. Да. Класс. Холестерин. Калорийность вашего обеда почти на 50% превышает суточную норму, а холестерина в два раза. Это же вредно. Надо же от чего-то умереть. Гений. Просто гений. Хайвей. Когда мы сегодня гнались за девиантами, почему вы не пустили меня через хайвей? Тебя бы сбили насмерть. Заполняй потом тонну бумажек, опорчи оборудование. Да, конечно, ладно тебе. Хэнк и андроиды, девианты о Коннере. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Мы вообще юморист. Ладно, давай. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Не хочешь рассказать? Рассказать вам, что известно о девиантах. Читаешь мои мысли. А есть покон, не дает. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ты уже работал с девиантами? Б.
Было дело, пристрелил одного. Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? Вообще. И типа, все теперь про меня знаешь? Не все. Давай скажем правду. Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Металлисты рулят. Честно скажем. Психология. Вы опытный офицер полиции. Мне нужно ваше доверие. Уверен, мы раскроем дело, если будем работать вместе. Опа. Что происходит? Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Дай быстренько. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Ну не такой уж он суровый, этот офицер Хэнк Андерсон. Или как его там. Какие-то причины личного плана у него были. У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, выхожу. Я иду. Подзавис чуток, прости. Допросить под... Подозреваю, не хочу допрашивать. Что мы знаем об этом парне? Я уже тут допрашивал одного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже получил странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Просто закрыв глаза? Верно. Перья, смотри. Сизый голубь. А зачем? Зачем он его собирал? Так уметь. Давайте все осмотрим на всякий случай. Кто знает, может быть, эти перья были судьбоносными. Здесь ничего. Ладно, заходим. Откройте. Никого. Значит, можно уходить, да? Еще раз постучу. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Оп. Держись за мной. Есть. А что, он услышал какие-то звуки? Гром, грохот? Он сказал, держись за мной. Может быть, зайдем сюда? Посмотрим что-нибудь здесь. Журнальчик почитаем быстренько. Эпидемия красного льда. Ну ладно. Будем считать, что мы ее прочитали. Какие-то символы непонятного лабиринта или чего-то здесь. Ух ты! Это что за хрень? У-ху-ху-ху-ху! Ничего, их сколько здесь! Господи, ну и вонище! Я думаю, он специально здесь их разводит. Похоже, зря притащились. Не-не-не-не-не, подожди. Ушел. Армейская куртка, секонд хенд, инициалы РТ. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. Ну. Карточка. Мичиган. Фейк ID. Водительское удостоверение поддельное. Эти права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись. Да вообще не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Давайте пока не будем открывать, сейчас все осмотрим, потому что вдруг он там сидит. Мне надо на улики. Что это у нас такое? Плакат городской фермы. Что еще не так?
Это мы его уже видели. Ага. Изготовленный прерванным магией недавно был перемещен. То есть надо его это взять. Воздух. Воздух тебе нужен, да? Погоди, вот тут у нас есть. Книжечка. Капитал, наверное. Посмотреть. Все, лабиринты, лабиринты какие-то. Что-то здесь не так. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. А. Что еще у нас есть здесь? Холодильничек. Голуби. Так, открыть холодильник, давай посмотрим, что он. Голубиный корм? Или пустота? Пусто, значит он не ест, значит он точно андроид. Ай, ненавижу я этих тварей. Кыш-кыш, гуля-гуля. Ол Барн, подозреваем, заботиться о диких животных. Кормит голубей, поэтому у него их столько. Нифига, тут все же должно быть в голубином дерьме. Жесть. Фу. Какая гадость. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Книги. Думал, я последний кретин, который такие... RA-9 опять. Ты знаешь, что это? Да. RA-9 написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Секта. Как будто какие-то лабиринты. Угу. Компульсивный почерк. Что ты хочешь? Табуреточку изучить. Так, отпечатков там не должно быть никаких, конечно же. Деревянный стул недавно сдвигали среди птичьих фекальных масс. Как вам такое определение? Ууу, маркер! Не засох, использовалось недавно полночное настроение цвет. Он писал... А, он писал, писал, они постучали в дверь, и он упал с этого стула. Вот что произошло. Грохот-то был. Недавно был здесь подозреваемый. Он в шкафу сидит, точно тебе говорю. И вот он, короче, свалился. Он свалился, и... Что-то здесь с ним стало. Побежал в гостиную. Ну, отлично. Значит, он здесь, милок. Сидит. Посмотрим, что у нас здесь. Листья. Птичий корм. Ни хрена ж себе. Покушай, покушай. Вкусно? Кровь? Голубая кровь? Откуда? Этот псих реально их тут прикармливал. Давай возьмем. О, чип. Он вырезал себе диод. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. А есть такие вообще фанаты голубей? Какие-нибудь люди там престарелые бывают часто прям на этих голубях помешанные. Ну что, открываем шкаф? Ему деваться-то больше негде, некуда. Ну, классно, можно ходить их так вот спокойно гонять, при этом они точно знают, что они тебя не обкакают. Ну давай, открываем. Выходи, милок. Темно, ничего не вижу. Слышите звук? Так, стоп, изучить клетка, клетка, клетка. Клетку мы еще не изучили. Улики. Вижу. А следы птичьих фекальных масс для отпечатков пальцев. Фекальные массы. Какашки, так и напишите. Следы от скованной стали недавние царапины. Она висела, эта штука. Металлический крюк. Реконструировать. Так, вот, что это такое. Она висела, висела себе. А, он бежал. А, подознать. Он подбежал к выходу и уронил. Все ясно, все ясно.
Так, а это что у нас? Табуреточка. А что с табуреточкой стало? Слышал, как мы вошли. Бедняга вообще тут что-то спотыкался, что-то падал. Несчастный. О, вот оно что. Каков негодяй. Все они на чердак убегают. Отыскать подозреваемого. Ну все, я иду за тобой, дружище. Ах ты, смотри, как культ свалился. Сраные голуби. Ну чего ты ждешь? Лови давай. Ха, сам давай лови. Так, погнали. Перепрыгнул. Так, нормально. X. Паркур. Big time event. Я вообще мастер нажимания кнопок. По полям, по лесам. Отлично. Бежим, бежим. R2. Что, быстрый, но рискованный. Нормально. Ух, вообще. R2. Оптимальный вариант. Оптимальный вариант сюда. Просканировать. Что делать-то? А, вот так вот все. Прыгай. R2. Обходной. Прямой. Обходной побежали. То есть я должен сам выбирать. Я думал, что как-то автоматически нужно сделать. Там много людей было. Прыгай. Красавец. Вообще шикардос. Сюда бежим? Вон он, голубчик. Не смоешься ты от меня. Так, он наверх побежал. Давай сюда. Быстрый, но с риском обходной. Давай быстрый. Быстрый. Но с риском. Сюда, наверное, да? Быстро, но с риском. Ничего, нормально. Ай! Ах! Не зажал. Простите. Не на ту кнопочку нажал. Вау! В сторону. Увернулся. X. Отлично. Ты чё, жердяй? Смог бы ты так где-нибудь за ним бежать? Хорошо, что сплошной X надо нажимать везде. Поэтому нормально, я вроде попадаю. Ай, деревья! Чё-чё, яблоков захотел. Давай, прыгай. R2. Прямой, но многолюдный, безопасный, но медленный. Безопасный. Да ё-моё, не ту кнопку нажал. Бежим. А он-то где? Он внизу где-то бежит. Так, что у нас здесь? Короче, три варианта. Давай сюда. Да я успел нажать, ну! Куда бежать? Я не понимаю, куда бежать. А, вот он здесь. Вау, нифига себе! Так, спасти, вероятность выживания. Не, надо спасти его. Надо, конечно, спасти, ты чёрт. Чёрт! А, чёрт! Ведь почти! Чёрт! Я виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Правильно. Мы его тебе знаем. Как? Как мы его знаем? Ты что, запомнил его? Эй, Коннор. Ну давай, поблагодари его. Ничего. Не смог переступить через себя. Ладно, у меня психологические проблемы, ему надо помочь с этим как-то разобраться. Ну, крутотень, что я могу сказать? Руперт сбежал. Это был Руперт, оказывается. То есть он мог или сбежать, или не сбежать. Разыскали мы его. Могли еще не разыскать, оказывается, найти дневник. Так, ну ладно, в принципе, здесь давайте остановимся.
Серия была очень напряженная. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать о сериях раньше всех. Но также, если вам не понравилось, смело влепляйте дизлайки, пишите в комментариях, почему. Увидимся с вами в следующем видосе. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.